День 7 ноября – красный день календаря. Именно так начиналось стихотворение Самуила Маршака, который должен был знать наизусть каждый советский школьник. Минула эпоха, но до сих пор есть немало людей, которые по-прежнему считают этот день праздником Октябрьской революции. С каким настроением сегодня они отмечали ее 99-ю годовщину? Подробности в нашем следующем сюжете. Мурманска до сих пор продолжается бой. Правда, нетленные советские хиты и военные гимны в оркестровой обработке на улицах города звучат не чаще двух раз в год – 1 мая и 7 ноября. На своих немногочисленных акциях оппозиционеры чувствуют себя уверенно. Утверждают, мол, имея за спиной богатое прошлое, можно не сомневаться и в будущем. Вот и 99-ю годовщину Октябрьской революции красные отмечают с оглядкой на историю. Весь город, который до последнего камешка построен при той власти, советской. И когда кто-то говорит, что вот коммунисты там ничего не делают, ну вы выйдете на улицу и огранитесь вокруг. Вы живете в доме, построенном при коммунистами, ходите в школу, в работу, везде, во все построено советской властью. Поэтому, естественно, что мы требуем, чтобы эта власть вернулась, и будем настаивать на этом. В борьбе с гидрой капитализма коммунисты делают ставку на молодежь, но комсомольский задор возле монумента Ильичу ощущается слабо. Единицы тех, кому едва за 30, по меркам сторонников КПРФ, именно они должны продолжить их путь сопротивления. Современная молодежь в последнее время все больше, значит, демонстрирует свою привязанность к тем идеям, которые были в Советском Союзе. Молодежи это нравится, большинству. Вот. Многие устали от современного, от современной демократии. Вот. Поэтому вот праздник это как бы очень хорошее мероприятие. Никто ведь не верил, да, в революцию. Считалось, что самодержавие как бы это несокрушимо и так будет всегда. Именно вот этот вот день стал переворотным, показал, что можно сделать, что все зависит только от нас. Празднование 7 ноября мурманские коммунисты приурочили в том числе и к другой памятной дате – 75-й годовщине военного парада 1941 года. В честь знакового события на Красной площади заполярные оппозиционеры прошлись колонной от памятника Ленина до сквера на Ленинградской. Финальной точкой акции стал традиционный митинг, на котором собравшиеся осудили возросшее классовое неравенство. Все как и 99 лет назад.